днем рождения. 3 года вы уже у нас работаете. Срок небольшой, но я хочу сказать, что уже завоевали большое уважение и любовь наших как радиослушателей, так и телезрителей. Крестьяне получают, я считаю, что заряд от вас, потому что вы их поддерживаете, вы вселяете в них уверенность. Ваши сюжеты, которые рассказывают о передовых опытах, они дают импульс для того, чтобы начать и новое производство или модернизировать существующие. Появляются новые предприниматели, фермеры наши. В организациях делаются реконструкции, в том числе и благодаря вам. Поэтому в этот день хочу вас поздравить, пожелать творческих успехов, чтобы у вас все получалось задуманное, и чтобы вы имели всегда благодарных, любящих вас зрителей, радиослушателей, и чтобы их количество всегда росло. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства награждается Яковлева Надежда Анатольевна, начальник продюсер центра телевидения автономного учреждения Чувашской Республики, национальная телерадиокомпания Чуваши. Поздравляем. Спасибо. Спасибо большое.